когда оккупационный режим судил Павла Ткаченко, за него вступились такие великие люди и мыслители, как Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн и многие другие известные люди во всем мире. Румынские оккупанты, они обвиняли Павла Ткаченко в организации многочисленных восстаний на территории Бессарабии. Он был умелым стратегом и замечательным организатором и вошел в историю Молдовы как герой, освободитель. И он является до сих пор кумиром для многих, для всех нас, для молодых коммунистов, комсомольцев. И что хотелось бы непосредственно о нем сказать, он родился 1901 года. И уже в 15 году он стал, принял, скажем так, участие в первой организации протеста. Это было на территории Приднестровья. Уже в 17 году он вступил в Красную гвардию, и через 3 года он стал секретарем подпольного обкома РКПБ. Был взят под стражу, и впоследствии ему удалось сбежать, это было в 21 году. В 1920... Также он был приговорен заочно к смертной казни. В 1924 году они вместе с Котовским и Бубновским они подписали ходатайство, письмо ходатайства о организации МАССР. В итоге в 26 году он был взят под стражу в Бухаресте и привезен в Кишинев, где и был расстрелян, к сожалению. Что хотелось от себя сказать, я очень рад, что мы здесь все сегодня собрались, так же, как и на недавнем таком же мероприятии у памятника Сергея Лозо. И очень бы хотелось, чтобы мы вместе с вами каждый год собирались у данных памятников на таких мероприятиях и чтили память всех наших героев, благодаря которым мы сейчас ходим по этой земле и благодаря которым мы разговариваем именно на этом языке, а не на каком-либо другом. Павел Ткаченко родился именно 7 апреля. Так уж история сделала, является таким достаточно символичным фактом. Символичным хотя бы потому, что вот примерно точно так же, как историки-фальсификаторы пытаются стереть его имя из историков, из учебников истории, из нашей памяти, из памяти народа, да, имя, которое было известно всей Европе, имя, вокруг, в защиту которого выступали коммунисты во многих странах, в том числе и во Франции, в Германии и так далее. Да? Точно так же они сегодня пытаются стереть правду о другом событии, связанном с этой датой, о 7 апреля 2009 года, о тех погромах, которые, по сути, они же тогда и совершили. Но кроме этого, есть еще и другие аналогии, которые мы можем связать с временем Павла Ткаченко и с нашим сегодняшним временем. В том числе с теми молодыми коммунистами-большевиками, которые тогда боролись с румынскими оккупантами, да, и которые сегодня ведут сопротивление с правящим в Молдове олигархическим, национал-олигархическим режимом. Первая, наверное, аналогия – это то, что как тогда пытались подмять мнение народа, как тогда пытались задавить мнение народа, да, не давали жителям Бессарабии выступить, высказать свое мнение на плебисците по поводу того, где жители Бессарабии хотят быть. В составе Советского Союза, первой социалистической державы, куда большая часть трудового народа тогда смотрела, или в составе Королевской Румынии, которая оккупировала тогда Бессарабию. Так вот, сегодня мы наблюдаем примерно то же самое, мы можем сказать, что есть аналогия, когда нынешняя власть пытается запретить нашему народу высказывать свое мнение на всенародном референдуме, в том числе и по вопросу внешнеполитического курса. Мы прекрасно помним, как недавно прошел референдум в Гагаузии, и как его власти пытались задавить, и как сегодня происходит преследование практически теми же методами румынской сигуранцы, да, тех организаторов референдума в Гагаузии. Другая аналогия – это то, что тогда Бессарабия оказалась, по сути, на стыке геополитических интересов Советского Союза, да, и Румынии. Сегодня примерно то же самое мы видим, когда стремительно в нашем регионе меняется ситуация по безопасности, да, когда меняются составы стран, по сути, меняются территориальные единство государств и так далее.
Мы видим, как площадные методы могут заменить институты демократии, как группы людей, радикалов, которые выходят и захватывают здания, они могут подменить волю всего народа и так далее. Примерно то же самое в такой же политической ситуации международного хаоса тогда, в межвоенный период, находились наши идеологические предшественники во главе с Павлом Ткаченко. И поэтому очень важно, потому что сегодня, вот еще одной аналогии у нас не хватает. Тогда ситуацию исправили советские танки 28 июня 40 года. Сегодня у нас нет советских танков. У нас советские танки сегодня заменяет партия коммунистов. И командирами в этих танках, на мой взгляд, могут стать как раз молодые коммунисты, могут стать комсомольцы. И очень важно, чтобы в дальнейшем мы, новое поколение, мы, молодежь, помнили уроки истории, и чтобы мы не боялись руководствоваться теми методами, которыми руководствовались Павел Ткаченко и его сподвижники. Дорогие друзья, пользуясь этим случаем, я бы хотел прояснить некоторые, на мой взгляд, очень важные вещи касательно судьбы Павла Ткаченко. На примере одного из выступлений, прозвучавших до меня, я говорю о нашем товарище Филиппе Ищенко. Замечательное выступление, только я хочу сказать, что Павел Ткаченко – новый птат контринставрали режимов и коммунистов. Контрукен нотюна де режим, де факт, пресупуни, презенца, уной элемент, диасуприли, элемент орган метафорик энтуникар, элемент дефорцар. Купин Павел Ткаченко, олуптат пентру алчева. Олуптат пентру унестаря попорului și pentru puterea poporului. Chestiunea constă între aceea că în secolul 20, la vârful de lance a luptei pentru puterea poporului erau anumii comuniști. Și asta îi impune pe unii să simplifice situația vorbind că respectivii eroi luptau pentru instaurarea unui regim comunist. Nu era scopul lor instaurarea unui regim. Puterea poporului era scopul lor. Și mijlocul și instrumentul principal pentru a asigura bunăstarea poporului. Здесь уже говорилось, что Павел Ткаченко был не только одним из самых видных деятелей мирового коммунистического, в целом левого движения, не только первой половины, но и всего 20-го столетия. Он еще и стоял у истока восстановления нашей с вами государственности. К сожалению, мы живем с вами в дни, когда об этом помнят или знают очень немногие, особенно среди молодежи. И это крайне прискорбно, потому что, к сожалению, у нашей нынешней молодежи, и это касается не только Молдовы, кстати, чтобы вы не впадали в излишний пессимизм, на самом деле это характеризует все наше время с 91 года. Я говорю не только об Евразии, я говорю обо всем мире. Молодежи не хватает героев. Вот одним из таких героев был Павел Ткаченко. Я очень надеюсь, и даже более того, я уверен, что тот день, когда здесь будут стоять не несколько десятков комсомольцев и коммунистов, а может быть даже тысячи молодых людей, каждого 7 апреля, очень и очень недалек. Но этот день, уважаемые товарищи, зависит только и только от нас.